У нас еще есть родители, которые не берут с детей арендную плату за то, что те живут в их доме после 16 лет, потому что у нас в России дети, а не наследники. Только у нас родители заботятся о детях, пока те не уйдут на пенсию. У нас уникальные женщины, только наши женщины пекут к приходу гостей пироги. Только у наших женщин получаются кулинарные шедевры из того, что завалялось в холодильнике. У нас, если неожиданно пришел гость, его не будут держать в прихожей, выясняя, почему он пришел без приглашения. У нас накормят его, не спрашивая вообще, хочет он есть или нет.